Шахматы в нашем городе становятся популярным видом спорта. Еще одним подтверждением тому стало количество участников традиционного шахматного турнира среди юношей и девушек. По прогнозам ожидалось не более 30 человек, но предварительно мы провели работу с управлением образования, с тренерами, с домами детского творчества. И явка превзошла все ожидания, пришло на соревнования 80 человек. Клуб не рассчитан на такое большое количество посадочных мест, но организаторы не растерялись, и все ребята смогли попробовать свои силы. 5 возрастных групп школьников приняли участие в этом турнире. Среди них была и самая маленькая участница Маша Большакова. Ей всего 6 лет. А тебе не страшно с такими мальчишками играть? Маша очень любит помогать ребятам и в шахматной партии всегда подсказывает своим соперникам. Кроме того, скромная воспитанница детского сада оказалась очень разносторонне развитой девочкой. Из-за большого количества желающих принять участие, соревнования растянулись на 4 дня. Финал турнира и подведение итогов пройдут 9 октября в городском шахматном клубе. Евгения Креминская, Евгений Рафеев. Новости Димитровграда.